Буквально за несколько месяцев на площадке напротив парка Тысячелетия появился фасад здания будущего пожарного депо. Напомним, оно станет пятым в городе над Бугом. Именно отсюда спасатели будут выезжать в случае чрезвычайных ситуаций на территории юго-западного района. Уже сегодня конструкция впечатляет своим масштабом и дизайном. Это уникальный проект для города Бреста. Это будет новая часть, которая будет для охраны юго-западного района. Часть будет состоять из 40 новых человек. Сегодня на объекте трудится порядка 60 специалистов разного профиля. Первостепенная задача – подать тепло в помещение, чтобы продолжить работы в холодное время года внутри здания. На стройке задействовано сейчас порядка 60 человек. Это не только наше объединение «Брежжилстрой». Работают и субподрядчики, ведут штукатурные работы, устанавливают витраж. Закрываем контур здания, ставится витраж, ставим ворота. И планируем 15 ноября в здание пустить отопление, чтобы дальше производить отделочные работы уже в тепле. Тема возведения пожарного депо назревала давно. Еще в 2014 году была изготовлена проектно-сметная документация. Уже тогда было понятно, юго-западный район, в котором сегодня проживает более 60 тысяч человек, где находится порядка 20 объектов социально-бытового назначения, торговые комплексы, учреждения, будет нуждаться в аварийно-спасательном подразделении. Финансовая составляющая сегодня, я бы сказал, очень успешно, если так выразиться, выделено 3 миллиона рублей Министерством финансов. Спасибо, конечно, Министерству финансов, спасибо Министерству по чрезвычайным ситуациям. И на следующий год не будет необходимо 1 200 000 финансовых средств. Торжественное открытие нового пожарного депо запланировано на май будущего года. Объект станет еще одним подарком горожанам к знаковому тысячелетнему юбилею.